Утро 3 ноября, Московское шоссе. Черный столб дыма от этого пожара виден во многих районах Твери. Информация о возгорании ангара по адресу подъездный проезд дом 4 на пульт оперативного дежурного МЧС поступила в начале 5 утра. К приезду первых пожарных расчетов огнем был охвачен один ангар. Пламя перекидывалось на соседние сооружения. В ангарах расположена как готовая продукция, это стрейч-пленка, так и заготовки для ее изготовления. Также находилось большое количество технических жидкостей, таких как спирт, которые тоже нам затрудняли работу. Пожару был присвоен третий номер сложности. На тушении возгорания работало около 30 единиц техники и почти 100 человек личного состава, в том числе подъехавшие на подмогу огнеборцы из Московской области. К 10 часам утра пожар был локализован на площади 5000 квадратных метров. Но пожарные продолжают проливать и разбирать завалы обрушившихся конструкций. Да, произошло обрушение 4 ангаров. Информации о пострадавших пока нет. Представитель объекта, а головной офис, по нашим данным, находится в Московской области, подтвердил, на момент возникновения пожара в ангаре никого из людей не было. Работа пожарных и спецтехники никак не повлияла на интенсивность движения по Московскому шоссе. Пробок и заторов нет. Место работы и само пепелище оцеплено силами сотрудников полиции. Объявлена локализация на площади 5000 квадратных метров. В настоящее время проводится проливка, разборка под завалами. Что-либо сказать о причинах столь крупного возгорания руководство регионального МЧС пока не смогло.